Thank you, brother John. That was incredible. Спасибо, брату Джону. Это было просто чудесно, непревзойдённо. I thought I was the only good singer in the bunch. Я думал, что хорошо петь в автобусе умею только я. It's so good to see so many friends here this morning. Сегодня прекрасно видеть лица моих друзей. It's so good to be back in God's house here in Karlovy Vary. Очень приятно возвратиться в дом Божий в село Карлышовка. You've heard Pastor Ray and Pastor Fred talking this morning about grace. Вы слышали, как пастор Рэй и пастор Фред говорили сегодня на тему благодати. And the significance and the importance of God's grace. И о важности Божьей благодати. And I want to talk with you a little bit about one of the commands in reference to grace. И я хочу обращаться к вам на тему одной из повелений, которая относится к благодати. The Bible says, but to grow in grace and in the knowledge of our Lord and our Savior Jesus Christ. Библия говорит нам о том, чтобы мы возрастали в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. We are given a command in God's holy word to grow in grace. Нам дано повеление от Господа Иисуса Христа, чтобы мы возрастали в благодати. Now, as you can see, I'm one of those kind of people who always grows. Ну, вы знаете, посмотрите на меня, можно сказать, что я один из тех людей, которые постоянно растут. Every time you see me, I get bigger and bigger. Каждый раз, когда я возвращаюсь к вам, я стою больше и больше. And we as Christians, we should constantly grow in grace. И мы, как христиане, должны постоянно возрастать в благодати. We do not reach a certain level and then it ends. Нету такого уровня, которого достигая, мы останавливаемся. The Bible tells us in Colossians 1:10, it says, increasing always in the knowledge of God. Колоссянам 1:10 говорится о том, чтобы мы возрастали в познании Господа. As we increase in the knowledge of God, we also increase in our grace. И когда мы познаем больше нашего Бога, мы возрастаем в благодати. As we understand what Christ was and what the church was, our grace will increase significantly. Если мы понимаем, кем был Иисус Христос, кем была церковь, то наша благодать наше возрастание в благодати возрастает. Christ was a man who constantly and consistently showed grace. Иисус Христос был тем человеком, который постоянно и без перерыва проявлял благодать. He fed those who were hungry. Он кормил тех, которые были голодны. He gave sight to the blind. Он давал прозрение слепым. He helped the lepers and the crippled. Он помогал инвалидам и прокаженным. And the only thing that he asked was that they believe in him. И единственный вопрос, который он им задавал, верите ли вы в меня? He did not ask for money. Он не просил у них денег. He did not ask for worldly or earthly fame. Он не просил у них ни единой мирской вещи. All Jesus said was believe in me. Единственный вопрос, который звучал, веруете ли вы в меня? And as we as Christians, as we grow in grace and as we grow in knowledge, we become more like Christ. И когда мы, как верующие люди, возрастаем в благодати, мы становимся более и более похожими на Христа. Our goal when we become Christians is to be more like Christ. И наша цель как христианина это ставать больше и больше похожим на Христа. There was a popular saying some years ago that was popular among the young people in America that said, what would Jesus do? Несколько лет тому назад было популярное выражение, которое существовало, вращалось вокруг среди молодых людей. Это выражение звучало примерно так: что бы сделал Иисус на твоем месте? I would ask you when you have to make a decision in your life or when you're struggling with your brother or someone that is hard to deal with. Это выражение помогает тогда, когда у вас есть такая ситуация, когда вам нужно принять решение, или, может быть, есть брат, с которым тяжело строить отношения. Ask what would Jesus do. Задайте себе вопрос, что бы сделал Иисус на моем месте? In 2 Peter chapter 1, verses 5 through 7,
The Bible says this. 1 Петра, второе послание Петра. Первая глава с 5 по 7 стих. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. There are very specific steps within that scripture. В этом писании описаны конкретные шаги. It says to add to your faith virtue. Вы должны прилагать все старание к своей вере. Add to your virtue knowledge. Добавьте познание к своему старанию. And to knowledge temperance. В добродетели рассудительность. And to temperance patience. В рассудительности воздержание. And to patience godliness. Воздержание и терпение, в терпении благочестие. And to godliness, brotherly kindness. Благочестие, братолюбие. And to brotherly kindness, charity. Братолюбие, любовь. I have discovered as I have done mission work in different parts of the world. Я узнал из миссионерской работы, совершаемой мною в разных частях мира, that one of the most difficult things for us to do as Christians. Что одна из самых тяжелых вещей для нас как христиан. Is to display brotherly kindness. Это проявление братолюбия. It's so easy for us to give things away that we have. Очень легко раздать то, что ты имеешь. But it is so difficult sometimes for us as Christians simply to be kind to one another. Но иногда, подчас, очень тяжело для нас, как христиан, проявлять доброту по отношению друг к другу. It's very difficult for us sometimes to show the love of Jesus Christ. Иногда нам очень тяжело проявлять любовь Господа Иисуса Христа. Last year I had the privilege of going into Central America on a mission trip. В прошлом году у меня была честь и привилегия поехать в Центральную Америку. And as we went into the churches to minister and to preach the gospel of Jesus Christ. Когда мы посещали разные церкви со служением и с проповедью Евангелия Иисуса Христа. I noticed that outside the doors and the windows of the church there were people that would form up but they would not come inside. Я увидел, что вокруг церкви собираются люди, которые формируют как бы кольцо вокруг церкви, которые не хотят зайти внутрь церкви. And this was something that was done in almost every church that we went to. There was room in the church, but they would not come in. И я заметил, что это происходит практически в каждой церкви. В церкви есть еще место, а люди не заходят внутрь. And I asked one of the pastors, why do these people not come into the church? Я задал вопрос одному из пасторов, почему эти люди не заходят в саму церковь? And I remember this pastor said this, and it stabbed me in the heart. И я помню, пастор ответил мне, и это пронзило мое сердце. He said they are not welcome here. Им здесь не рады. Because they are sinners. Они грешники. He said that they have alcohol problems. У них есть проблемы с алкоголем. He said that they do certain things that are against what he believes a Christian should do. Они не делают того, во что он верил, что они должны делать. And I remember my heart breaking, and I remember thinking, well, I am not welcome here. И я помню, что я подумал, меня здесь тоже, наверное, не ждут. Because I too am a sinner. Потому что я тоже грешник. I remember him telling me that some were not welcome because they did not have the proper clothes. Он говорит, что некоторые недостойны были здесь присутствовать, потому что у них нет определенной одежды. And I began to wonder, what if Jesus came in dressed how he were dressed? Я думаю, а если бы в тот момент зашел Иисус Христос в том одеянии, которое Он носил? Would he be welcome in God's house? Были ли бы Ему рады в Доме Божьем? And even long before I knew we would be doing this study, и еще до того, как мы собирались изучать это место, I asked the pastor, I said, where is the grace and the forgiveness that Jesus
showed us. Я задал вопрос пастору: а где благодать и прощение, которое явил нам Иисус? And he had no answer. Он мне ничего не ответил. God has given us grace not by what we do, as you've heard these other pastors say, but because he loves us. Бог явил нам благодать не потому, что мы сделали это, как говорили уже пасторы, но потому, что он любит нас. And we must serve people by the same grace that he is given us. И той же благодатью мы должны служить другим людям, той благодатью, которую мы получили от него. As Christians, we cannot serve by the flesh. Как христиане, мы не можем служить плотью. The Bible says, have no confidence in the flesh. Библия говорит: не надейтесь на плоть. It says not to trust in ourselves. Не доверяйтесь, не надейтесь сами на себя. The Bible tells us that the flesh is constantly in struggle with the spirit. Потому что плоть наша постоянно находится в противодействии нашему духу. The flesh means that we are depending upon ourselves instead of depending on God. Плоть означает, что мы надеемся на самих себя вместо того, чтобы полагать надежду на Бога. We must depend on God in everything we do. Мы должны полагаться на Господа во всем, что бы мы ни делали. I have served as a pastor now for over 3 years. Я несу служение пастора уже более 3 лет. I was called immediately, shortly after becoming a Christian, to become a pastor. Незадолго до этого, до призвания быть пастором, я пришел к Богу. And one of the things that I have learned within that very short period of time. И за это короткое время я узнал. That when it comes to depending upon God. Что когда приходит вопрос тому, чтобы полагаться на Бога, it does not matter what I believe. Не имеет значения, во что я верю. It does not matter what anyone else believes. Не имеет значения, что думают другие люди. What is important is what God says. Но важно то, что говорит Бог. If God says it, we must do it. Если Бог сказал это, мы должны это исполнять. We must not make our own rules. Мы не должны придумывать собственные правила. We must not make our own commandments. Мы не должны придумывать для себя новые заповеди. God has given what he has given us by grace. Бог даровал нам то, что он даровал по благодати. And how vain of us not to pass that grace on. И если мы не передаем эту благодать, то мы теряем многое. We must depend on Christ's resources. Мы должны надеяться на Христа и его ресурсы. Christ does everything through you, not necessarily for you. Христос может многое совершать через вас, но не обязательно для вас. Christ himself said over and over again, he said the Son can do nothing by himself. Христос снова и снова повторял такие слова: Сын не может творить сам по себе. He said in John 8:28, he said, I can do nothing without the Father. Иоанна 8:28, я ничего не могу делать без Отца моего. Jesus Christ himself was dependent upon the Father. Иисус Христос сам полагался на своего Отца. And we must be completely dependent upon God. И мы должны полностью полагаться на Бога. Not dependent on this world. Не полагаться на этот мир. Not dependent on man-made rules. Не полагаться на правила, созданные людьми. Not dependent on man-made religion. Не полагаться на религию, созданную людьми. But completely dependent on God. Но полностью полагаться на Бога. How do we restrain the flesh? How do we stop the flesh from winning? Как мы можем остановить нашу плоть, чтобы она не превозмогала нас? How do we walk in the Spirit? Как нам ходить по духу? We constantly seek what God has for us. Мы постоянно ищем того, что Бог приготовил для нас. And how do we walk in the Spirit? Как мы ходим в духе?
We live in the Word of God. Ми пребуваємо в Слові Божому. We allow the Holy Spirit to control every aspect of our body. Ми дозволяємо Духу Святому контролювати кожен аспект нашої плоті. The Bible says in Ephesians 5:18, it says, but to be filled with the Spirit. Ефесянам 5:18. Будьте наповнені Духом Святим. Not halfway, not part of the way. Не частично, не наполовину. But to be completely filled with the Spirit. Но повністю бути наповненим Духом Святим. To where you're almost ready to explode with God inside of you. Таким образом, що ви вже практично готові взорватися із-за того, що Бог перебуває внутрі. That is how we should live our life. Вот так ми повинні проводити свою життя. If we want to defeat the flesh. Якщо ми хочемо победить плоть. The Bible says, let the word of God richly dwell in you. Библия говорит, пускай слово Божие богато пребывает в вас. Serve by his grace. Служить по благодати. Grow in his grace. Возрастать в его благодати. Be spirit filled. Быть наполненным Духом Святым. Live within the word of God. Пребывать в слове Божьем. That is our calling as pastors. Это призвание нас как пасторов. That is our calling as members of the kingdom of God. Это призвание нас как членов Божьего царства. That is our calling as God's children. Это призвание нас как Божьих детей. And we must obey. И мы должны слушаться, исполнять это. Thank you. God bless you. Пускай Господь благословит вас. Спасибо. Thank you.